Ну-ка, это шо? Вы позвонили в службу 112. О, бля, не, ну тут стрёмная тема. Тут по поводу пожара в Кемерово, помните, зимняя вишня? Ага, можем посмотреть, как наша полиция работает, или кто там у нас, служба спасения, точнее, не полиция. Ну и полиция там все в одном, как я понимаю. Разговор записывается. Оператор 112, что у вас произошло? Здравствуйте, вот я вот стою из окна своего смотрю. Она что, смеется, блядь, что ли? Так, подождите. Донаты. Асу, спасибо за 122 рубля. Спасибо. Миша, 120 рублей. Как из-за Reddit может произойти такая ситуация? Спасибо за донат. Сейчас, подожди. Получается, зимняя вишня, по-моему, горит. Вот торговый центр. Горит зимняя вишня? Ну вот, с крыши дым валит, конечно, очень-очень сильно. Пожалуйста, оставайтесь, у вас на пожарных вызовах передам. Вы позвонили в службу 112. Давай, Разговор бери записывается. бери! Чё, кто? Теперь я не понимаю, кто кому звонит. Выруби, в смысле, зачем вырубать-то? Выключи. Вы долбоебы или как, блядь? Сначала просите меня сореть. Это авиакатастрофа, а здесь выруби. Чё, блядь, с логикой вообще? Я вырублю, ебанаты, блядь. А нахуй тогда просит смотреть, блядь, сначала просит, потом говорят, выруби. Вообще ненормально, не? Там запретки. Ну, а я осужу, блядь, с каких пор за какие-то запретки в видосах банят на Твиче? Что за бред вообще? Господи боже, блядь. Верни, да идите нахуй, не буду я смотреть, блядь. Что за пиздец, блядь? Сначала смотрит какую-то жуть на этом канале, а тут выруби, блядь. Ну, пиздец. Я не понимаю логику просто. Давайте тогда это тоже не будем смотреть. А что тут, пиздец. Не в этом дело, это неприятно слушать, зная, что произошло. Так, а это типа приятно слушать, да? Яша, еблан. А это типа приятно слушать, типа. О, нихуя себе, там ребенок в шкафу обосрался, блядь, пока два грабителя пытались ограбить дом. Так приятно! Уебать логика просто, блядь, 10 нахуй из 10. Ася, спасибо! Нет, ты осу. Спасибо тебе за 120 рублей. Ну ладно, давайте тогда. Давайте последнее какое-нибудь видео здесь, посмотрим и все. И на этом мы с этими видосами закончим. Да не буду я возвращать, все, похуй. Так.